Ну что, узнаете? Должны бы. Наверное, вы хотите, чтобы я сказал вам что-то. И во что мне это обойдется? Время заканчивается. Отдам за просто так. В этом телефоне есть информация о русском торговце оружием по имени Амир Кафаров. Он был близко знаком с вашим старым другом Аль-Баширом. Вы знали? Зря время тратим. Извините, я вроде еще не закончил. Вы знали, что Кафаров и Аль-Башир работали вместе? Я знаю только, что нас перебросили из-за информации в этом телефоне. И куда же? В Северный Иран. Считалось, что Кафаров там, и пропавшей бомбы у него. Считалось? Кроме вас никто не слышал так называемое признание Аль-Башира. Послушайте, надо остановить Соломона. Вы говорили по телефону, он здесь. Ваша история может что-то и есть, но нестыковок по-прежнему много, сержант. И в следующую ее часть особенно трудно поверить. Ну ладно. У Кафарова вилла в долине Гелат. Мы направлялись туда, а там возникли осложнения. Хорошо. Жилье Кафарова на другой стороне долины. Сразу за мостом Гелат. Так что же это за мужик? Чувак из контактов Аль-Башира, торговец оружием. Это все, что они знают? Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Все позывные бродяги, двигайтесь к 1-6 на запад по красному пути. Был контакт. Огонь. Вас понял. Можете подтвердить размер? 1-3, больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся. Хватит дрыхнуть, воин, стоп. 34 минуты. Я спал 34 минуты. Увидел сон, как пью молочный коктейль. Что это означает? А, черт! Тут засада! Среди деревьев! Транспорт подбит! Огонь противника слева! Враг за камнем, слева! Бродяга главный. По нам ведут системный огонь. Смотри под путь. Ведем бомб. Прижали! Не знаю. А мы вверх от середины. Недалеко. Пошел, пошел! Давай наверх! Быстро! Быстро! Противник впереди! Черт! Русские десантники. Настоящие русские. Что бы это значило? Может, они работают на Кафарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим.
мой бог! Русский транспорт! Да вашу мать за ногу! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Вижу войска противника. Собираются. Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Мы знаем, что они работают с ССО. Теперь пора двигать. Да ладно. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно! Монтес, ты слышал приказ? Пошли! Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Становись! Готовимся к выходу. Цели! Спарка! Бойцы! Под огнем! Рассредоточиться! Живей, вашу мать! Цели в глубине! Укрытие! Продолжать огонь! Сектора! Атакую! Атакую! Ай! Меня попали! Собрались. Маткович, ты наблюдаешь. Мы должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Выдвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстрый огонь! Враг в укрытии! Прямо! Атакую! Атакую! Атакую!
опасности. Я ранен! Колонной. Глядеть в оба. Есть. По моей команде. Пошли! Турель! Направо! Направо! Рассредоточиться на правом фланге! Огневое прикрытие! Огонь на подавление. Работать по секторам. Есть. Thank you.
выбраться из-под продольного огня, а то жопа совсем. Бронетехника уничтожена. Еще две БМД. Завели таки машину. Идут к нам. Вижу их. Блэкбэрн, держи сектор. Помогай Матковичу. Контакт спереди. Сержант Кампо, настраивай. Сэр, нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать? Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь палить гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив, прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Только не наши, да? Блин. Он нас видел? Он нас видел? Да он возвращается. Вот же сраное дерьмо! Найти укрытие! Подобьем. Опять возвращается. Стингеры в машине были. Это последний. Взять можно? Придется. Давай, вперед! Быстрее! Вот оно! Пошел! Блэкберн, ищи Стингер. Он в кроулере. Отрезаны! Не высовываться! Пошел, пошел, пошел! Берегись! Вперед, вперед! Не выйдет ничего. Блэкберн! Он здесь! Ищи в кроулере! Давай, пошел, пошел! Ну, он там! Сука! Обломками засыпала! Вот он! Не высовываться, мать! Thank you.
Мудак ты, чертов стих. Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так, у нас есть задание. Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомба или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты. Это дело для морпехов. Вы идете со мной?